74 года прошло со дня Великой Победы. Победы, которая дала нам право жить на земле. Победы, выстраданной кровью славных воинов, героев фронта и тыла. Перед их бессмертным подвигом мы склоняем головы. Отдаем дань уважения ветеранам. Мы вспоминаем тех, кто остался на фронтах войны, отдав жизнь за спасение своей Родины. Сегодня тысячи ивановцев и жителей области собрались у памятника героям фронта и тыла, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Здесь, чного огня, боевые знамена воинских частей и соединений, сформированных в Ивановской области и принимавших участие в Великой Отечественной войне. Над праздничной площадью развивается Знамя Победы. 74 года назад в ходе боев за Берлин бойцы 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова стрелковой дивизии водрузили штурмовой флаг над поверженным Рейхстагом. Парад! Под государственный флаг Российской Федерации, знамя вооруженных сил, мирно! Равнение на право! Выносится государственный флаг Российской Федерации и знамя вооруженных сил России. В знаменной группе курсанты роты почетного караула Ивановской пожарно-спасательной академии, Государственной противопожарной службы МЧС России. После создания в 2010 году рота является неизменным участником всех военно-патриотических мероприятий на территории Ивановской области. Государственный флаг Российской Федерации несет курсант Дмитрий Осмоловский, правнук летчика-истребителя Бориса Лабусова, воевавшего в составе 5-й воздушной армии и бившего фашистов в небе на Степном и Воронежском фронтах, кавалера Ордена Отечественной войны и медали за боевые заслуги. Командир знаменной группы государственного флага России, капитан Алексей Соловьев. Знамя вооруженных сил Российской Федерации в руках Дмитрия Лахова. Являясь прямым потомком участника Висло-Одерской операции по освобождению Польши, артиллериста Павла Лахова, награжденного орденом славы 3-й степени и 2 медалями за отвагу, он и его товарищи достойно продолжают традиции, заложенные фронтовиками. Командир знаменной группы, старший лейтенант Антон Малахов. Право нести государственный флаг Российской Федерации и знамя вооруженных сил России знаменосцы заслужили своим добросовестным отношением к исполнению служебных обязанностей и отличной учебой. Начинается прием парада войск Ивановского гарнизона. Парад! Равняйсь! Мирно! Для встречи справа! На караул!
личный состав войск гарнизона для проведения парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, построенный командующим парадом подполковник Карасев. Победы в Великой Отечественной войне. Здравия желаем, товарищ гвардии полковник! Поздравляю вас! 74-й
празднована годовщина победы в Великой Отечественной войне. Ура! 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 Губернатор Ивановской области, войска Ивановского гарнизона во знаменовании 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построен. Война! Слово предоставляется губернатору Ивановской области Станиславу Сергеевичу Воскресенскому. Дорогие ивановцы, дорогие ветераны, дорогие воины Ивановского гарнизона, поздравляю вас с памятной и значимой датой в истории нашей страны, 74-й годовщины победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Идут годы, десятилетия, но священная память о Великой войне продолжает жить в наших сердцах, передается от поколения к поколению, от родителей к детям и внукам. Россия всегда была сильна своими традициями патриотизма, преданного служению Родине. В годы войны жители Ивановской области внесли весомый вклад в приближение победы. Семь ивановских дивизий сражались на фронтах Великой Отечественной войны. 158 ивановцев удостоены звания Героя Советского Союза. 22 воина награждены орденом славы всех трех степеней. Дорогие ветераны, в этом великом подвиге есть вклад каждого из вас. Это не развлечение. На вашу волю выпало много испытаний, решений и утрат. Мы не только воевали, не щадя своей жизни, но сумели восстановить нашу страну после военной войны, обеспечили мирную и достойную жизнь для многих поколений. Вся ваша жизнь – это пример для нас, как надо любить свою жизнь. Сюда положили, я все равно тут буду. Всем ветеранам Великой Отечественной войны, падайте, посадил. За мужество и свой, за многолетие. Не, будет трястись. Да уж так. Сегодня новое поколение защитников Родины вносит достойный вклад в укрепление безопасности нашего государства. Мы гордимся, что на территории Ивановской области размещены крупные воинские соединения различных видов оборудования, войск и вооруженных сил. Мы приветствуем молодых воинов, которые продолжают хранить традиции солдат и офицеров, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Праздник Победы – это самый искренний всенародный праздник в нашей стране. Он навсегда останется днем народного подвига. С праздником, с днем Великой Победы! Светлой памяти всех ивановцев, павших на фронтах Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ковавших нашу общую победу. Минута молчания. Thank you.
молчание. К вечному огню и могиле неизвестного солдата возлагаются гирлянды славы. Внимание! Начинается парад войск Ивановского гарнизона. Парад! Равняйсь! Мирно! Торжественному маршу! На батальон! Первый батальон прямо! Остальные налево! Дистанция одного линейного. Шагом! Марш! Торжественное прогнание войск гарнизона открывает парадный расчет барабанщика. В строю воспитанники Кадетского пожарно-спасательного корпуса, Ивановской пожарно-спасательной академии, Государственной противопожарной службы МЧС России. Юные спасатели задают ритм и темп движения парадных расчетов. Кадетский корпус был образован в 2014 году. Его воспитанники представляют более 20 регионов Российской Федерации. Государственный флаг Российской Федерации и знамя Вооруженных сил России сопровождает рота почетного караула Ивановской пожарно-спасательной академии Государственной противопожарной службы МЧС России. За время существования роты офицеры и курсанты приняли участие в более чем 300 торжественных и специальных мероприятиях, демонстрируя высокую строевую выучку и приемы с оружием. Перед ивановцами и гостями города проходят парадные расчеты воинских частей и подразделений 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени дивизии. В эти дни соединение отмечает 75-ю годовщину своего образования. Созданные в годы Великой Отечественной войны, дивизия имеет богатый опыт ведения боевых действий.
участников парада отмечены высокими наградами за отличие в службе и достойное выполнение ответственных задач, поставленных верховным главным командующим. Понятие, вселяющее уверенность и надежность в безопасности нашего государства, вызывающее страх у врагов России, под звуки экипажи Центра боевого применения приняли участие в многочисленных учениях и сложнейших военных операциях. В настоящий момент экипажи Центра выполняют поставленные боевые задачи Сирийской Арабской Республики. На площадь выходят колонны Ивановской пожарно-спасательной академии, Государственной противопожарной службы МЧС России, мощнейшего учебно-научного комплекса, в котором проходит подготовка укрепляющих огнеборцев. В летописях пожарной славы записаны сотни и сотни имен героев, дела которых являются достойным примером для новых поколений пожарных. В наше время курсанты Академии не раз приходили на помощь людям в самых разных регионах России. Тушили лесоторфяные пожары на территории Ивановской и Владимирской областей, возвращали к жизни Забайкальского края, стояли живой стеной на пути разбушевавшейся стихии, спасая от затопления город Комсомольск-на-Амуре, помогали жителям Хакасии восстанавливать населенные пункты после природных пожаров, ликвидировали последствия небывалого весеннего паводка в городе Великий Устюг. Будущие огнеборцы своими делами доказали верность девизу Академии. Отечеству служба, хвала, ближнему защита и по праву могут называться наследниками ивановских пожарных. Командуем! Шаг и два!
шашлыки. Папа, они что сидят? Области. Что за сайт посмотрели? Карцев Александр. Ну там прав по-английски. Александр Карцев. В Ютубе. По-русски. Можно по-русски. Да, кажется. И... Да. Не, просто плохо. Да, и Александр. Можно писать на мне, главное, так, так, ну, так он будет всю Россию смотреть. Город Иванов. Молчание.
Сейчас. Ребят, пойдемте, давайте не теряйтесь, пожалуйста. Захар.